Покемон Фэк, это Покемон Фэк. А чё мы не поёт? Помню, я поставил три карка на два ебла, сделал чит и наебнул колено. Вот так вот. Там соседи думают, долбоёб как-то сидит. Неадекватный, блядь. Ёмон, помню, что мы отлично уже вижу. Блядь. Сука. Сел. Сейчас подключу. Я давно не проходил, вот знаешь, как уже. 2010 года. Не проходил. Ты кирюешь еще? Ну так чё? Чё, он пересядет? Там удобнее. Кто? Где? Где вас пензе? Ну там, за 4 квартала, нельзя. А ты что тачку сломал? А, блин. В смысле? Сука, надо. Это они в машине поют, что ли? Да? Надо было не туда поехать. Смотри на радар. Да, короче, ты сдёшь, не права. Короче, туда доехать. Никого не спит. Ментов сбоку. На права сдаю этот, закись из этого, я дохуя. Слышишь? Прикинь, знаешь, натуре, ну, в ПДД такой приходишь, на права сдавать, и такой баллончик всякий с азотом приносишь с собой, с азотом, и такой подцепляешь, знаешь, я, ну, это, типа, моя фишка, такой сдаешь на права. И по кольцевой такой закиси видишь. Еще топ. Да блядь. Чё, пошли? Какая-то жижа. Бля, чё так скучно-то? Ты чё тут так?
Лопата и топор есть, и нормально, блядь. Не надо идти там телевизор, а чё ещё? Да? Правильно? Это Майнкрафт, типа, да? Да. Типа, да. Ты как флэш бегаешь. Не, флэш быстрее бегает. Он потом еще ты видел еще с флэш? Нет. Зря. Что-то еще не видел. Так не интересно, если что. Какой-то чувак. Больше меня на этой земле живешь, ты еще не видел. Так бесполезная хрень какая-то. Не нужна. Нет, такого не сериал. Блин. Тыщ. Смотри. Тупо. О, а что будет с телекинезом? Я должен поднять? Не. Нельзя? Телекинезом нельзя поднять? Я ее подталкиваю. Да не надо ее подталкивать. Он собьется с курса и опять придется заново проходить. Я уже собьется. Он поедет в другую сторону, объедет еще целую карту и миссия затянется на 2 часа, Что еще можно пройти по локалке? Ну, вдвоем, типа так. Half-Life там. Чего? Хабу. Вторую. А, ну, кстати, можно было. Давай, давай. Скачивай. Да нахрен я не хочу. Так а что ты тогда говоришь-то? Так давай. А во что еще? Так, то, что ты хочешь? Танчики вот нормально вообще. И, блядь, 24 килобайта игра, такой экшен. В танчики. Это в которой в поезде играли ты, да? Эти танчики, что ли? Эти танчики? Не, да. Не World of Tanks? Нет. Это World of Tanks 8. Че такое играешь-то? Ты как киноман. Бенди, Сега, блядь, все, ничего больше не существует. Куда запускается? И что? Бенди, Сеги, Форевел. Ты фанат киномана, да? Знаешь киноман ты, который кривой такой еще? Как из Осиных колес, нахуй, это торг, блин. Ну, блин. Во, все, я не знаю. Теперь иди ебаш. Он сейчас, я не знаю, просто он себе сам так запустил, или у него болезнь какая-то. Это так-то не смешно, конечно, но... Знаю. Так ты чё, будешь играть-то или не будешь? Да буду я. Убить вот смотри, вот этого чё, не знаешь, что ли? Да никого не знаю, блин. Да вот этот, со второй кого? Части, ты же вторую часть, говоришь, 500 раз проходил, наизусть знаешь. Ну и чё? Я проходил 8 лет назад. Ну вот этот, который... Что это за фигня? Это что? Это магия уличная. Это чё так что тут? Уличная. Бэй да блэйн. Я вам подык дам просто увидеть. Воскресите ваши кореши. Этот, о, у вас охуенное воскрешение просто вообще. Что, блядь? Воскрешение просто, что надо. Так что ж ты? Это же Мэру со второй части, ты чё, не знаешь, что ли? Да я не знаю, мне похуй вообще. Да это который, Майер. Блядь, на этот, на больших колесах катался. Да какая разница?
Я знаю только нянек, которые выше колеса петент. Никаких этих Марио каких-то там. Не знаю. Я знаю Марио только из Сеги. Супер Марио. А этого я не знаю. Там, знаешь, вот персонажи этих было. Не помню же ничего. Я знаю вот хорошо Шаунди главные персонажи и Гетто, блять. И этого. Кланы эти, Санди, Ронеры, потом Святы и... Блять, а там еще-то было. Кто там еще-то был? Кто там еще был, слышишь? Давай быстрее. Самиди. А? Быстрее. Там, Ронины, был, потом... там был Интер, короче, на клавиатуре. Я помню его, блять, на ебле лицо, как Майк Тассен, нахуй. Я помню его, слышишь? Я его вспомнил. Вот татуху вот... Вот я все помню, блять, слышишь? Татуху это вот я помню, значит, хорошо. Все. А может тебе тоже на лице татуху набить? На все ебло просто. Слышишь? Может тоже татуху на лицо набить? На щеку куда-нибудь. Блин, на туре. Прикольная тема. Ты трикинг сделать на лицо. Ага, конечно. Я, кстати, думаю вообще закрасить этот татуху трикингом. Лучше этот, ну класс. Так, не очень. Ох, блин, нафиг набил ее. Я же полностью не свести уже. Она потому что блэкворком сделана полностью. Без вившейзинга вообще. Блэкворком? Даблкворком? Слышь, может хватит уже? Да подожди, мы еще всю игру не прошли. Давай, Сэм. Так мы так никогда не пройдем. Чуть-чуть. Так и пофиг. Это... Это всего лишь это... игра обычная. Просто играть. Ты, кстати, фильм дострел, который скидывал? Нет. Пиздец. Все, пиздец. Так я еще Марвелов не досмотрел, ты че? Так ты постери Марвелы, где, ты там где 1990, там сейчас Человек-паука, ну, который старые мультики. Вообще всех пристрели. Стэн Ли, сколько лет уже? Ты знаешь, такой Стэн Ли вообще? Нет. Че? В смысле? Ты не знаешь, что такое Стэн Ли? Чел какой-то там. Ебануться, блядь. Ты не знаешь, что такое Стэн Ли? Это тот, кто персонажей Марвела придумывает. Он придумал Человека-паука, он придумал вообще всех, кто в Марвеле существует. Понимаешь? Он их нарисовал, он их создал.